Кении расследуют обстоятельства крушения военного вертолета, жертвами которого стали 11 человек. В их числе начальник кенийских сил обороны генерал Фрэнсис Аголла, проводивший инспекционную поездку по северо-западу страны. В связи с трагическим инцидентом президент Кении Уильям Руто объявил в государстве трехдневный траур. Еще два человека во время авиакатастрофы получили ранения и были доставлены в больницу. Как сообщают кенийские СМИ, вертолет вскоре после взлета рухнул на землю и загорелся.